Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, добро пожаловать в игрушку Hearthstone, Кобальды и Катакомбы. Ну что ж, давайте спустимся под землю и посмотрим, что там у нас творится. Чем пахнет? Кожа? Железки? Факелы? Приключатели! Фу! Приключатели гадкие! Прикольно сделано. Так, давайте выберем... Поход в подземелье. Стоять! Назад! Большие кучи блестяшек мне, а не тебе! Эх, нет-нет-нет, да ты что такой жадный-то? Требуются искатели приключений. Ну что ж, давайте, это я. Ух ты, что такое первое испытание? В империи кобальдов твоя находить много чудищ. Каждый бой делает тебя сильнее или мертвее. Гигантская крыса. Проклятие всех начинающихся искателей приключений. Кто посмеет прийти за сокровищами кобальдов? Мечемахатель? Огнепускатель? Мне нравится шаман. Давайте попробуем за шамана. Что, сразу игра начинается? Даем чаевые барду. Фух. И гигантская крыса! Гигантская крыса. Ну что ж. Серии будут короткие, ребят. За молот Рока! Ну, будет каждый день. Так, окей. Зачем я это все оставил? Блин, надо было другие, наверное, карты взять. У него всего лишь 10 здоровья, а у меня 15. Блин. Сперва твоя находить слабые монстры. Прямо как ты слабый. А потом будет все сильнее и сильнее, и я буду с ним все сильнее. Прикольно. Не может быть целью заклинателя или силы героя. То есть я сейчас все время буду играть за шамана. Это прикольно. Мы с вами потом за каждый класс поиграем. Дело сделано. Закончить ход. В принципе, его быстро убить. Так, а перезагрузка. Пофиг на перезагрузку. Сиди, направляйте меня. Нам надо сохранить. Отлично. Элементально надо сохранить. Две крысы. Нет. Не перезагрузка. Что мне делать? Что мне делать? Давайте сделаем вот так. Сиди, направляйте меня. Бьем по лицу. Смотрите, как мало карт всего лишь-то. По 4 карты. Че, он будет... Очуметь. В принципе, дружище, ну ты проиграл, что я могу сказать. Мы делаем вот так. Слушайте, а мне понравилось это. Крысы. Ну это было что-то совсем легко. Давайте продолжим играть, я хочу. Теперь хватай клад! Классический приключатель! Это мой клад? Классический приключатель. Кобальды и катакомбы. Победите 5 боссов в подземельях. Большой блестяха! Твоя брать только одну. Твоя мудро выбирать. А, я-то должен был выбрать. Так, давайте выберем. Выберите сокровище. Какое сокровище выберем? Одеяние мага, загадочный фолиант, кольцо Мэриль. Пассивный эффект. Ваша сила героя улучшена и стоит 1. Вау. Давайте возьмем. Другой пассивный эффект. В начале матча вы разыгрываете 3 случайные секрета. У меня нету. У меня нету никаких секретов. Пассивный эффект. Урон заклинателей плюс 3. Все-таки пассивный эффект вашей силы героя улучшен. Да, давайте вот это. Карты, которые ты хватай, потом класть в колоду подземелий. А, это пока мои карты. Помимо кольца у меня есть молния, элементаль. Так, морлок, топор, тотем, вольный элементаль, перезагрузка, гроза, защитник Аргуса, сглаз и элементаль. Ладно, понятно. Кого мы возьмем? Так, тут наборы такие. Нефриловый лотос, боевой, призыв, исцеление. 6 единиц здоровья, перезагрузка 1. Перезагрузка нам, в принципе, нужна, потому что у нас элементаль.
Так. Восстановить здоровье. Потом. Слушай, прикольно. Выключить все существа в колоде, в руке. И в колоде получают плюс один, плюс один. Хороший. Ваше уровень существа получает плюс 4, плюс 4 и провокацию. Выключ призывает нефрилового голема. Наносит 14 урона. Призывает голема. Призывает нефритового голема. Блин, прикольно. Давайте вот этот возьмем. За один заход в подземелье драться с 8 чудищ. Сколько пальцев, столько чудищ. Мне понравилось, я хочу пройти это все сейчас. 15 здоровья. Ледвидица. В норе этого фурболга невероятно холодно. Ну что ж, я в принципе готов. Убегаем от драконов. Домчивые барду. Начинаем. И ледвидица. Вырезать, ребята, я ничего не буду. Пройду так пройду, не пройду так не пройду. С первого раза. За молот рока. Первая попытка. Сколько раз вам кобальдам говорить? О, а это кто у нас? А это я. Так. У меня же кольцо, мне должно улучшено быть. Пассивный эффект, да. Ух ты. Я могу... Когда твоя сильнее, чудище тоже сильнее. Чем я сильнее? Финансовая эластичность является важным элементом экономической доктрины смешанного рынка Империи Кобальдов. Какие грамотные. Так, очень, мне кажется, я правильно сделал, что выбрал именно тебя. Я могу сам выбрать эффект. Ладно, пока что давайте будем атаковать. Блин, в принципе, он меня мог бы убить, но не убьет, потому что сила не действует. Пу, в принципе, давайте вызовем, выберем вот этих. Потом я выберу тотем, наверное, защиту. О, нет. А, это было немножко больно. Хорошо. Давайте выберем вот так сделаем. Плюс сделаем его вот так. О, я из четырех выбираю аж. Классно, классно, классно. Сиди, направляйте меня. Это я прям не прогадал, что выбрал. То есть, смотрите, я, допустим, делаю вот так. Делаю вот так. И опять выбираю этот тотем. Просто ко мне не подойдет. Пока не будем, такое пригодится. Пригодится. Да, это уже не очень хорошо, но... Но у нас же есть тотем. Уроном заклинания, хотя... Это мне все равно сильно много не даст. Да, зря он с ним связался. Где? Хотите секретик? Берете свечку, вытаскиваете ее. Потом ищите тут ключик. Тут где-то должен быть ключ. Вот он, ключик. Открываем чемоданчик. Ну, мы все знали. Да, в принципе, тебе все равно уже хана. Это было легко. Продолжим. Больше чудищ бить, больше блестяшек забирать. Так все кобальды делают. Так, опять я выбираю. В принципе, у меня уже есть класс нефритовый лотос. И будет голем все сильнее и сильнее. Поэтому стоит, мне кажется, дальше продолжать по этому идти. Келтузат есть, нифига себе. Элементали. Так, боссов побеждено. Так, ну ладно, мы будем двигаться по нефритовым големам. Поэтому берем их. Сириона. Сумеречная драконица, которая вмиг истощит ваших существ. Интересно. 20 здоровья у нее. Теперь я готов. Трал и...
Сериона! Сериона. Ну что ж, берегись. За молот Рока! Я чувствую твою силу. Подойди поближе. Это я, пожалуй, тут останусь. Так, а сила моя действует до сих пор? Надеюсь, что да. Да. Так хорошо, что она единичку стоит. Я в любом случае могу ее применить. Допустим, возьмем провокацию, наверное, да? Либо же давайте урон заклинания. Зачем молния? Шиндарах, мне кажется, это очень правильно. А, у него эффект сила героя. Выбранное существо получает минус один к атаке. Вот так вот. Так, ладно. В принципе, можно уже атаковать. Я не там поставил, надо было с другой стороны. Это была ошибка. И плюс себе собирать, да? Просто дело в том, то, что я теперь с другой стороны, видите, ставлю провокацию. Это не очень хорошо. Так, первый урон. У меня карт ноутбук, поэтому нормально. Минус один к атаке. А как? А, у меня сейчас минус один, как бы, плюс два. Вон оно как. Ясно, ясно. Но мы сделаем, наверное, вот так. Я щит Аргуса! Да, так, спокойнее мне. Отлично. А, с провокацией. Ну, в принципе, мы его легко убьем. Хотя, давайте даже не побоимся, вот так сделаем. А я могу два урона сделать от заклинания, ничего себе. Че, реально? Надо было лечить наших убийц. Я служу крылу тьмы. Лучше бы ты меня убил, глупый компьютер. Наносит 5 единиц урона. Нефритовая молния наносит 5 единиц урона. А, вот так. Так, значит. Так, в принципе, не будем торопиться. Давайте подлечим наших. Думаю, тут ему уже хана. Это я сделал зря, ну. Я думаю, нет. Я думаю, мы выиграем. Назойливые букашки! Да, может быть, я это сделал зря, ребят. Вполне возможно. Так, ну мы... Давайте лучше устраним его. Чтобы уж наверняка. Теперь добьем. Но это было опасно. Да сколько уже у него восстановления здоровья-то? 5-5. Окей, я понял, что надо поаккуратнее. Давайте-ка защитим наших. Он, ну как? Он меня все ухудшает и ухудшает. Ну, ты уже никуда не денешься. Провокации у тебя нету. Сдайся бы. Что ли? Все, пока. Направляйте меня. Легко и просто. Легко и просто мы с вами побеждаем. Вау, выберите сокровище. Давайте выберем. Провокация не может атаковать, замораживает любого персонажа, которому наносит урон. Переносная стена льда. Прикольно, прикольно. Всего лишь за единичку. Это реально круто, я бы ее взял. Так, смотрите. Разящий кинжал. Яд. Мега неистовство ветра. Может атаковать 4 раза за ход. Да как так? Нифига себе. Что за так, что такое? Я ни разу такого не видел. Но я хочу льдинку попробовать. Палка-зажигалка за десятку. Случайным образом разыгрывает
огненные глыбы, пока они из героев не погибнет. А, случайным образом взрыв... Огненные глыбы, нифига себе. Пока один из героев не погибнет. То есть ее надо использовать, когда у тебя много здоровья, чем... больше здоровья, чем у твоего противника. Я все-таки вот это возьму карту. А, и выберите добычу. Так, я думаю, давайте все-таки вот... Я вот эту хотел склонялся взять. Тут и гроза есть, и вулкан довольно-таки прикольный. Но все-таки я хочу взять это. Тут они очень сильные существа, правда, перезагрузка большая. А надо будет с перезагрузкой. Ну вот, в принципе, вот с этим можно будет попробовать. Давайте, ладно, перезагрузка. Все на нее! Колотите людишку, пока не очнулась! А АФК. АФК. То есть я пока что не за компьютером. Застаньте ее врасплох, она не очень-то внимательна. Зато здоровье у нее дофига. Погнали. Симпатичная такая. АФК. Да, ну лучше много не есть, а то быстро потолстеешь и станешь некрасивым. За молот рока! Да я шучу, но все равно надо следить как-то за собой, стараться. Ладно, вот так оставим. Защитник Аргуса нам пригодится. Что такое вообще? Посмотреть. Пиздели, сила героя не делает ничего. А сила героя не делает ничего, она просто кушает. Это самая дурацкая сила героя вообще, которую я когда-либо встречал. Да, я бы не хотел такую силу героя. Давайте возьмем пока что урон, он будет более полезен. Сейчас мы молнией сможем ударить его. Так, сейчас мы сделаем, давайте, во-первых, броню. Во-вторых, сюда, наверное, тебя. Вот так, короче. Слушайте, она реально ничего не делает. Она просто съела пирожное. Забавно, очень интересно. Так, давайте я сделаю все-таки. Давайте еще одну броню. Чтобы было безопаснее. И начинаем бить ее. Пока она отвлеклась. У меня 30 здоровья. Она всегда будет есть. Так мы ее быстро вообще убьем. Защитник Аргуса, наверное, сделаем как-нибудь. Ну, давайте вот так. Щит Аргуса! Когда она ходить-то будет интересно. Она будет все пирожные есть. Да, это самый глупый босс вообще. Она что, реально издевается? Мне как-то самому уже неудобно. Дракари убивают чудо. Пролом! Давайте возьмем вот так. Хотя мы голем это не призвали. Сиди, направляйте меня. Тут все поле заполнено. Хватит есть пирожное, она все ест и ест. Хоть разок походи. Да я просто закончу ход. Так мы сражаемся? Она заметила. А, надо было ее сразу убить. Это моя ошибка. Чуметь. Ее по ноль. А что я наделал? То есть, если я ее вовремя не убью, то все хана. Вы берете карту, пока ваша рука не заполнится. Она издевается? Ее существо стоит ноль. Ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если бы она была более внимательной, она бы меня победила. Это был бы самый сильный герой. Но так как она невнимательная, нам чертовски повезло. Так, просто ее убиваем. Пока она АФК. А я тебе говорил. Я была не готова. Ну да, мне повезло. Так, выберите добычу. Окей, давайте выберем пока что 21 карта.
Все-таки давайте по нефритовым големам пройдемся. Пятый босс уже. Усач убивач. Кобальт берсерк, который никогда не сражался в одиночку. Я сказал, что видео будет коротким. Я ошибался. Я заинтересован до конца доиграть. Жалуемся на разбойников. Ты усач убивач. Усач убивач. За молот Рока! Верни свечу! Все, берем. Да, он, наверное, будет опасен. Сколько у меня будет здоровья, интересно. 35, у него 40. Пассивная способность — всем в бой. Сила героя. Каждый игрок вербует существо. Я тоже, значит. Так, возьмем, давайте, простой. Думаю, он пригодится. Очень крутая усиленная способность у него, конечно. Стихи направляйте меня. Немножечко нанесем урона. Опа. Да, жалко, что я не через боевой клич его призвал. Блин, придется жертвовать. Давайте возьмем провокацию. Пока что как-то так. Так, ключик. Кто ты такой? 50% вероятностью атакуют не того противника. А, у меня был такой. Да, был точно. 4 единицы урона. Кстати, сейчас будет... Блин, был бы 5. Немножко не хватает. Ёлки, жмоталки. Ладно. Потерпим. Он может не того атаковать, конечно. Ой-ой. Нифига себе. Смоляной дух. Провокация. Плюс 4 к атаке во время хода противника. Жестоко, жестоко, жестоко. Давайте хотя бы делаем вот так. Наносит 5 единиц урона. Наносит 3 единицы урона. Все ваши кристаллы маны освобождаются от перезагрузки. Но перезагрузки у меня не было. Хорошо, давайте хотя бы делаем вот так. Избавимся от себя. Окей. Постоим, подождем. Посмотрим, что он сделает. Навались! Жестоко, жестоко. Кого он уничтожит? Тебя уничтожит меня. Знаете, что я сделаю? Попробую. Первый делаем вот так. И есть шанс всех убить. Попробуем. Отлично, хороший шанс был. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одного я еще призову. Дело в том, что у него карт больше, чем у меня. Мне надо его как можно быстрее уже убить. Вот же черт. Когда это существо уничтожает другое существо, оно может атаковать. Повторно оно может всех уничтожить. Боже ж ты мой. Когда существо уничтожит другое существо, оно может атаковать повторно. Она просто всех может уничтожить. Огромный песчаный червь. Это имба, ребята. Я сразу говорю, это имбовая карта. Она просто сейчас всех моих уничтожит. Так, что мы сделаем? Что мы сделаем? Надо устранить ее, я рекомендую. Так.
принципе, давайте. Так. Вон заклинание. Раз, два, три, четыре, пять. Все, наших шесть. Пока что все нормально. О нет, как не потасовка. Жестоко. Я полностью разбит. Ну что, давайте уже пробовать как-нибудь, я даже не знаю, вот так. Огоньку. Сиди, направляйте меня. Давайте уже уничтожим его. У меня 5 карт осталось. Кто это такой опять? Провокация, дракон. А мы еще живой. Слава богу. Так, нам надо убить его как можно быстрее. Восемь, да, значит? Меня. А я тебе говорил. В принципе, я почти победил. Мне надо один урон ему всего лишь сделать, а боевой элементаль добьет. Да, повозились мы с ним, конечно. Все-таки выиграли. Выберите сокровище. Пассивный эффект у ваших существ постоянная маскировка. Это круто. Пассивный эффект, вы получаете дополнительный кристалл маны в начале хода. Ну, это нормально, но так себе. Вот это тоже прикольно. Ваши существа за 5 или больше стоят всего лишь 5. Это реально имба. Блин, боже мой, можно всех, но у меня смысла нет, у меня только один есть. Поэтому вот это самое интересное. Лапка невидимости. Моя терять ее. Она невидимая. Потерял невидимую. Тут, конечно, Рагнарос и Алкир есть. Но тут есть тоже Олег, боевой клич. И предсмертный хрип призывает нефритового голема. Целых двоих даже. Вон оно, разрушение. Можно бы, конечно, взять... Наносит один из урона существам противника, призывается случайно существует за один. Давайте возьмем ряд, хотя нефритовых слишком много у меня. Но тут есть, конечно, Лего. Фу, у нас Голован. Давайте Голован, ребятки, уже в следующей серии пройдем, потому что уже 30 минут как-никак играем. Оставайтесь со мной, и вы тогда увидите... Голована, и у нас еще Голован, и еще двое, да? Осталось 3 босса. Ну ладно, ребят, всем до скорого, пока-пока. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию.